В Печоре полным ходом идет призывная кампания. Итоги первой недели в нашем следующем сюжете. Первыми медицинскую призывную комиссию проходят ребята, годные по состоянию здоровья к воинской службе. Это выявляется путем изучения всех ребят, которые подлежат призыву в течение года. По личным делам они отбираются. Уже принято решение о призыве на военную службу в отношении 53 наших ребят. В основном пока это воздушно-десантные войска и сухопутные войска. Некоторые ребята приписаны для прохождения службы в военно-морском флоте. В целом говорить о состоянии здоровья призывников пока рано. Однако стоит отметить, что с каждым годом оно улучшается. Выводы по состоянию здоровья пока делать рано. Ну, в общем-то, они из года в год у нас повторяются. Единственное, конечно, в лучшую сторону немножко здоровье идет с каждым годом на небольшой процент, но все-таки улучшение есть. Но в основном это, конечно, заболевания кожно-мышечной системы, нервно-психические расстройства. Как всегда, общую картину портят граждане, уклоняющиеся от службы в армии. Есть у нас отдельные граждане, которые не прибыли на заседание призывной комиссии, а также которых в течение длительного времени мы пока не смогли оповестить повестками о прибытии вот на мероприятия, связанные с призывами, ну, по причине того, что или они отсутствуют в городе, или не проживают по местам регистрации. В отношении каждого такого гражданина ведутся определенные разыскные мероприятия. Помощь военкомату оказывают сотрудники органов внутренних дел и паспортно-визовой службы.